Приветствую, коллеги! Ассаламу алейкум! Мир дому вашему! Мы начинаем сегодняшний мастер-класс, который посвящен тому, как узнать, какие файлы были установлены из пакета в Linux. Если вы на месте, если вы готовы, пожалуйста, напишите плюс в чат, ну или в комментарий, а я буду начинать. Для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Константин Герасименко. Я сертифицированный инструктор Академии Cisco и Linux Professional Института. Кандидат технических наук по специальности информационной технологии. Ну а здесь я представляю университет CDCOM, где мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить квалификацию, повысить экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококвалифицированные кадры. Мастер-классы – это новый формат обучения, основанный на принципе Learning by Doing – обучение на практике, ну или практическое обучение. Соответственно, коллеги, я буду все рассказывать, показывать, объяснять, демонстрировать. Ваша задача за мной все повторить. Как результат, у вас появятся вот те самые знания, умения и навыки, которые вы сможете продать работодателю, зарабатывать больше, ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему, к стабильному, прогнозируемому лучшему. Поэтому присоединяйтесь. Итак, коллеги, что же вам потребуется для того, чтобы у вас успешно получился сегодняшний мастер-класс? Первое, это вам понадобится статья из нашего блога. Я специально для вас написал статью в нашем блоге, где детально описаны все шаги для того, чтобы узнать, какие файлы были установлены из пакета в Linux. Вам не нужно будет всматриваться в видео, ставить на паузу это видео, там, да, то есть вы банально можете сделать Ctrl-C, Ctrl-V, и у вас все получится. Второе, что нам вам понадобится, это две операционные системы. Одна из них у меня, это вот, значит, что это такое у меня, давайте смотреть. Итак, cat etc os release, смотрим, это у меня Ubuntu. Ну и вторая операционная система, вторая, так, cat etc os release, значит, и второй у меня, значит, Red Hat-овская операционная система. Значит, сейчас кто-то спросит, что такое Sangoma Linux. Ну, это FreePBX, но на самом деле это CentOS 7 версии. Таким образом, у меня будет два Linux, и, соответственно, сегодня я вам буду показывать сразу все на двух операционных системах. Ну, а вы можете повторить на любой, которая у вас, собственно, есть, на той можете повторять, и, мне кажется, у вас должно все получиться. Итак, поехали. Значит, что важного, коллеги? Для того, чтобы вообще, почему важно знать, что куда ставится. Дело в том, что бывает такое, что где-то что-то не так поставилось, где-то нужно что-то почистить, где-то бывают еще какие-то нюансы, да? Поэтому важно, чтобы вы понимали, куда какие файлы ставятся, копируются с пакета, который вы устанавливаете в Linux. Ну и вообще, как бы, содержимое пакета вы сможете таким образом посмотреть. Ну и традиционно начнем с Ubuntu, да, давайте посмотрим Ubuntu. Итак, значит, я возвращаюсь в Ubuntu, да, clear. Соответственно, Debian-овский Linux, да, то есть это не только Ubuntu, Debian, там, Mint, например, то есть все эти команды будут работать. Итак, dpkg, здесь по умолчанию такой вот пакетный менеджер. Значит, минус L будет вам высвечен список всех пакетов. Да, это то, что у меня вот здесь вот установлено. Ну, здесь много на самом деле чего там, да. Вот, ну, это вот, если вы не знаете, как называется ваш пакет, вы можете, собственно, воспользоваться вот таким вот образом и что-нибудь даже поискать, например, там, да. Вот, или даже как-то так тут порыться и найти нужный вам пакет, да, то есть из этого дела что-то, ну, много на самом деле установлено, 1700 с чем-то там пакетов, да, то есть вот такой вот принцип, это что у вас вообще установлено. Ну, а теперь давайте искать конкретный пакет, да, итак, clear, соответственно, дальше dpkg, минус l маленькое, ну и, собственно, не, l большое, да, l большое, и название пакета, содержимое которого вы хотите посмотреть, куда что установилось.
Ну и дальше у меня вот стоит в системе Midnight Commander, в этом я пишу MC, и, соответственно, нажимаю Enter и вижу, куда что установилось во время установки пакета Midnight Commander. Файлов может быть достаточно много. Ну, здесь вот в Midnight Commander их не так уж много, да. Вот. Кстати, можно найти какие-то файлы конфигурации там, да, то есть вот какие-то там еще файлы. То есть удобно, то есть все-таки это нужно уметь смотреть, потому что это бывает иногда очень полезно, чтобы вы понимали, где что находится. Если же пакетов ставится слишком много, что вам не хватает просто прокрутки, то тогда я вам рекомендую выполнить перенаправление в LESS. LESS — это пейджер, вот, который выводит текст постранично. Ну и, соответственно, здесь можно опять-таки уже смотреть постранично или вот там пейджапом, пейдждауном, поиском пользоваться и так дальше. То есть, коллеги, еще раз, для того, чтобы в Debian, в Ubuntu, в Mint посмотреть содержимое пакета и куда что установилось, да, для этого мы пользуемся командой dpkg-l, большое, L большое. Соответственно, содержимое вот и куда что установилось, можно вот таким образом увидеть. Итак, коллеги, если вам удалось посмотреть содержимое, например, пакета Midnight Commander, куда что установилось и какие файлы, то, пожалуйста, напишите в чат или в комментарий цифру 1. Это означает, что вы супер-пупер молодец. Ну и мы будем двигаться дальше. Итак, а дальше мы смотрим, куда что установилось в пакете CentOS, Red Hat, ну или как в моем примере Sangoma Linux. Ну, начнем, наверное, с простого. Как же нам посмотреть вот вообще, какие есть пакеты? Для этого мы воспользуемся командой rpm-qa, да, QA, и, соответственно, мы увидим все пакеты, которые есть в моем CentOS. Да. Итак, clear, дальше rpm-qa. И, соответственно, высвечивается весь список всех пакетов, которые здесь у меня установлены. Опять-таки, их может быть прям вот, смотрите, сколько, да, то есть я уже задолбался, как говорится, крутить. То есть очень много, поэтому можно перенаправить пробел вертикальный слэш less, можно перенаправить в пейджер, ну и, соответственно, здесь уже можно пользоваться вот постраничной прокруткой, можно пользоваться поиском slash mc, и вот, пожалуйста, я нашел, что у меня здесь стоит Midnight Commander, вот он, да, и таким образом вы можете легко посмотреть пакеты, которые у вас были. Ну а как же посмотреть содержимого, куда что установилось из этого самого пакета? Для этого мы воспользуемся командой rpm-ql, ну а дальше название пакета. Ну, у меня это Midnight Commander, поэтому MC, нажимаю Enter. Ну и, пожалуйста, вот куда что установил мой Midnight Commander. Да? То есть, по сути, кстати, если вы посмотрите, то содержимое отличается. Да? То есть, есть все-таки нюансы какие-то там. Да? Вот, обратите на это внимание, то, что с Ubuntu и с Debian немножко не совпадает. Если файлов много, прям сильно много, опять-таки, пробел, вертикальный слэш, less, можно все перенаправить в less. Ну и, соответственно, здесь можно дальше легко листать. Там G маленькое вверху, G большое самый низ, там, да, ну и поиск, вот можно тоже вот воспользоваться поиском, вот и что-то там поискать. Ну, у меня там файл конфигурации, как он тут называется. Ну вот, можно таким образом все это дело искать. RC, да, RC, вот оп, RC, вот RC, 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 RC. То есть вот, пожалуйста, можно таким образом это дело все искать. Ну что, здорово на самом деле, да? То есть такой навык, я бы сказал, полезный в жизни и вам, думаю, пригодится. Значит, что еще интересно? В Red Hat-овских Linux можно установить утилиту, которая называется umutils. Ну и, соответственно, дальше использовать команду repo-query install-l, и таким образом вы можете тоже посмотреть содержимое
куда что установилось из пакета. Ну, я себе сюда в SunHome не буду ничего ставить, это у меня рабочий Linux, здесь все, как говорится, работает, производственная система, да, поэтому как бы Leo ничего ставить не буду, воспользовался классическим RPM, да, классическим нашим пакетным менеджером, который идет уже внутри нашей системы. Итак, коллеги, напишите цифру 2 в чат. Это означает, что вы научились смотреть содержимое пакета, куда что установилось, в Red Hat-овских Linux. Ну, это Red Hat, CentOS, Fedora, ну и вот как пример SunHome OS. Итак, коллеги, кому был полезен сегодняшний мастер-класс, оцените его лайком, подобайкой, нравликом, ну или просто палец вверх. Ну а если для вас интересна тема Linux, сетей, кибербезопасности, программируемых систем, я вас приглашаю к нам на курсы, где вы сможете систематизировать все ваши знания, вот разложить по полочкам, все вот в таком вот формате learning by doing, я делаю, вы за мной все повторяете, у вас 100% всегда все получается. На выходе вы получите международные сертификаты, и что важно, мы помогаем с трудоустройством в большие международные компании. Поэтому подавайте заявки на курсы соответствующие, которые для вас интересны, ну и будем двигаться вперед. Ну а на этом все. Ассаламу алейкум, мир дому вашему. Берегите себя и своих близких, несите тяготы друг друга. Помните, коллеги, что сила в единстве. Поэтому, если что-либо у вас не получается, сразу пишите комментарий под видео. Пишите на мой личный WhatsApp, пишите на почту. Все, что в наших силах, вся наша команда будет вам помогать. До свидания.